Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. На балерину Анастасию Волочкову составили два административных протокола по статьям КАП РФ «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Как сообщает телеграм-канал МЭШ, материалы передали следователям, артистке грозит до 15 суток ареста. Отмечается, что в отделении полиции, куда ее отвезли после задержания, Волочкова продолжила неадекватное поведение, танцовщица оскорбляла правоохранителей и размахивала руками. Медосвидетельствование показало опьянение у артистки. По словам очевидцев, Волочкова начала ссору с бортпроводниками из-за маски. Об этом в беседе с РЕН-ТВ рассказала Юлия Курепова, которая летела тем же рейсом неподалеку от артистки. Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете. Мне также это не очень приятно. Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить, доказывать неоднократно, заявила Курепова. Пассажирка самолета добавила, что происходящее Волочкова снимала на смартфон, а весь полет она с кем-то спорила и пыталась привлечь к себе внимание. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.